Лаборатория «Биоконтроль» Казанского университета запатентовала метод экспресс-мониторинга уровня заболеваемости COVID-19. О перспективах использования разработки в борьбе с пандемией расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. 2 марта 2020 года в Москве обнаружили первых ковид-инфицированных. С этого дня в России начали вводить ограничения. Запрет на массовые мероприятия, въезд в страну, закрытие заведений общественного питания и сферы услуг. Однако вопрос о необходимости некоторых мер остается открытым. Карантинные мероприятия направлены на то, чтобы не дать другим людям заразиться, да, в случае наличия больных в популяции. Но вот сколько этих больных и следует ли соблюдать жесткие карантинные меры? В общем-то, неизвестно. Не исключено, что в марте-апреле этого года, когда мы все сидели в карантинах, заболевших среди нас не было вообще или было так мало, что они не представляли опасности, были все изолированы, не представляли опасности с точки зрения распространения эпидемии. Очевидным решением определения процента ковид-инфицированных кажется массовое тестирование населения. Однако это слишком дорогой и энергозатратный способ. Водная эпидемиология предлагает определять вирусные частицы путем анализа сточных вод, содержащих продукты жизнедеятельности человека. Способ оценки, предложенный лабораторией «Биоконтроль», оказался быстрее, проще и дешевле, чем у конкурентов, а также дает меньшую погрешность при содержании в водах коллектора, чистящих средств и пищевых отходов. Наш метод все это учитывает и предлагает способы перерасчета для того, чтобы скорректировать полученные результаты на количество жителей, количество потребляемых ими воды и так далее. Ошибка, если мы говорим о проценте зараженных, у нас в единицах процента. То есть мы, допустим, говорим, у нас болеет 12 плюс-минус 2%. Данная разработка уже была протестирована в полевых условиях. По словам заведующей лаборатории, с ее помощью можно узнать количество инфицированных в микрорайоне и сузить область поиска до конкретного здания. Мы бы хотели, да, с помощью нашего метода собирать информацию со всех населенных пунктов и затем составлять интерактивные карты, которые бы показывали уровень зараженности. Мы предполагаем, что образцы можно анализировать в имеющихся лабораториях, которые занимаются медицинскими анализами от пациентов. И им это прибавит 2-3 анализа в день, что совсем немного, но с другой стороны, информация может быть получена повсеместно. В настоящий момент лаборатория Казанского университета располагает всем необходимым оборудованием для мониторинга и создания интерактивных карт уровня зараженности населения. При поддержке администрации этот опыт удастся быстро внедрить в масштабах республики и страны. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.